Теперь, значит, вот это вот я все перенес отдельный фильм. Сейчас я, чтобы не терять время, практически все пропущу. Но мы, так как не все тот фильм видели, да и не могли все видеть, я саму суть. 30 сеансов выросли, так, территория подходящая, высокие кусты, все прекрасно, неплохо, минимальный уход, это железовская вот это. Терминология, минимальный уход. Заяц остриг, так, значит, каковы шансы? Ничего. Заяц остриг, все равно полезет. И тут такой приход решил облагородить территорию, пропахать целину, спилить защитные деревья. Вот это самое страшное, пропахать целину. Вот эта фраза. Я не выдержал, сделал отдельный фильм с 30 или 40 фотографиями. То есть кому надо, отправляю на тот фильм. Почему? Мне только сегодня, я говорю, ну когда же, корову, когда же я вам это сделаю? А как вот посадить, вот косточки получила, а не знаю, что делать. В голову не пришло, оказывается, ну что-то посмотреть у меня как-то это. Я говорю, я же фильм сделал. Это вот этот фильм про газоны, про эти гребни. Это все в одну кучу я разместил. Две проблемы. Почему? Во-первых, если не пропахать зелену, на мой взгляд, они угробят так называемую плодородие почвы. Они этого не знают. Для них это любая наука говорит, любая книга, любая... Начинаем с пропашки. Нельзя пахать. И тогда, раз я это уже мы проходили, знаешь, я сейчас придумал? Вот. Вот она еще. Фильм сделайте, может образумиться. Это имеется в виду, люди оцерклённые, может образумиться. Последний надежда на вас. Фильм я сделал. А я еще обещал здесь рассказать. Вот. И мне понравилось, знаете что? Вот что она пишет? Непонятно, что страшнее, зайчик в саду или людское невежество. И это вот церковь, церковь. Я тогда обратился за моральной помощью к отцу Алексею, это мой друг. Вот, видите? Он, конечно, не при делах, он не имеет отношения к тому приходу никакого. Я просто хочу сказать, что церковь, как где должны быть райские сады, они должны первыми научиться, первыми перейти на новые технологии. Они хотят взять, спилить, пропахать газон, а потом выкопать челюсть и опять их посадить. И Анюшки сидят. Нет, вот видите. Тогда я что сделал, ребята? Я решил тогда сэкономить ваше время. Половина из вас наверняка видела. Так. Вот. И про кустовидную форму я уже не буду. Вот. Значит, у меня особые фотографии. Хотите, ни одного слова не произнесу, а вы всего научитесь. Ну, может быть, в одном-двух месте я только подам голос. Сюда смотрите. Сюда смотрите. Ну, вы же многие это знаете. Сюда смотрите. Вот, сюда. Как легко угробить, так ту же грушу. Они не знают, кто садит ямки. Что грушу уничтожить дважды два. И сливу уничтожить дважды два. Вот. Это учебная фотография. Ну, сходите в лес, господа ученые, сделайте доброе дело. Соберите грибы сразу это. Перестаньте писать про эти проявки. Вот это. Вот видите? Вот это. Вот это. Вот это дерево. Это моя любимая тема, моя любимая фотография учебная. Это дерево мертво. Глаза протрите, оно мертво. Второе дерево, оно тоже мертво. Здесь уже все сгнило. Я заставил ее очистить поздно. Там уже все сгнило. Это называется предсмертный урожай. И, наконец, третье тоже мертво. Это я раскопал, поняли, да? Ну, то есть вы многие знаете это. Вот. Что такое садить в ямки? И это даже на ровном месте сгнивает. А это вообще подлость мировая. Если есть копа крышки, выбрасывайте скорее. Это уже железовые деревья не гниют, не дохнут. Не умирают. Сколько лет я ждал, когда мне сад погибнет? Какие катаклизмы не были. Вот. Ну, видите, я даже не буду комментировать. Почему? Видели уже. Видели. Перегной. Вот. Это я комментировал прямо в отдельном фильме. И это. Вот. И это.
И это называют борьба нового со старым. Вот еще покрышка, но уже по железу посажена. Цель манжурская стрелка, видите? Вот. Борьба нового со старым. Борьба нового со старым. Вот. Вот по железу научил. Я как тот Высоцкий. Вот спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Вот. Помните знаменитую песню? Вот еще по железу. Вот по железу, но крутовые холмы отругал. Вот, крутовые холмы отругал. Красноярский край. Сильно мелкие холмы отругал. По-доброму отругал. Сильно крутые отругал. Вот. Отругал. Ну, вы представляете, калечится. Вот за что им вся страна это делает. Ну, как с улыбкой смотреть, как уничтожать деревья. Ну, как? Вот это я особое внимание, я не могу пропустить его. Я уже однажды комментировал, так? И в кино комментировал. Но здесь удобнее чем. Внимание. Вот объясните мне на милость. Человек, он ранее замазал, он одну сделал страшную рану, вторую, третью, и наконец еще страшнее, вот эту четвертую. Вот, наверное, вот это подозреваю пятая, и тут подозреваю шестая. В другой стороне видим. И вот 5-6 страшных ран. Побелка, по теории, по ихней, предназначена для того, чтобы спасти дерево от повреждений, ну, обычно упоминают солнечные жоги и морозобоины. Если ты изувечил своими руками дерево. Причем, заметьте, отрезали здоровые ветки. Вы согласны? Согласны, что здоровые ветки? Я ничего не привлечу. Может, сухие? Нет. Отрезали здоровые ветки. На черта белил. Причем заняться больше нечем. Детей воспитывай. На рыбалку сходи. Ты зачем дерево калечил? Это что за спасение? Искалечить дерево, пообрезать чертой матери, потом белить. Я уже сколько вам таких показал фильмов и этих самых фотографий. Вот. Эх, жалко нас мало. Ну, что тут говорить. Это в 21-м году фильм был. Вот он, персик. Вот. А вот моя, это то, что я называю антитеза. Видели? Ну, подумаешь, это было в 21-м году. В этом году, если учитывать, что оно когда-то имело возраст 0, 40 лет. Ну чё? А чё же не в это? По всей стране умирают. Ну понятно почему. Посадка по железу. Уже в те годы я был наглый. Ко мне приезжает телевидение. Это телевизионные съемки, да. Ну пусть попадал. Но я взял дерево посреди лета, говорю, ради людей. Я пересажу дерево, вы еще раз приедете, я отрезаю боковые ветки, оставляю по 20 сантиметров, центральную отрезаю на одну треть. Сажаю, этот сюжет есть в этом телевидении. На холм сажаю, сразу тут же, как это называется, задерняю. Еще его, ну что, живо дерево, что ему сделаться? Если бы узнали, сколько я гибнет сейчас, в эти дни, ой, что творится? 2-3-метровый саженцы продают. Ладно, проехали. Значит, я говорю, что буду много, не буду комментировать. Вот. Это абрикос. Посадил на верную смерть. Она не обрезала его. Зачем? Еще чего? Она такого слова не знает, обрезать при посадке. Вот это вот никак не уйдет, вот эта вот старина, вот это вот. Ведь уже надо бы как? Ребят, почему у нас нет абрикосов? Ну, давайте подумаем. Давайте какое-то найдем основополагающее понятие. Вот, а это я уже для коллекции. Вот, почему? Я хочу сделать следующее. Кстати, вот запомнили, да? Вот это дерево должно умереть в течение 1-2 лет. Вот, теперь смотрите, почему я говорю. Ну, посадка по железу, чувствуете разницу? Вот. А вот эти трехлетки, да, и тут есть двух, вот там двух, а это трех, они были кривые горбатые, ими побрезговали. А Сергей говорит, сейчас я их вырублю. А я говорю, нет. Я выпилил вот эти вот, видите, вот пни, смотрите, раз, пять, два, пять, три.
Я выпилил мощные, прекрасные абрикосы. Нет, даже не старые, этим примерно по 20 лет вот тут. Вот. Просто мне уже некуда развиваться. И тогда посадил, потому что переростки, ну куда деваться? Ну не могу я видеть это. Яблоня Квинти, яблоня это самое, петрин шафрана, яблоня осенняя, о, это самое, синап северный. Вот это все я взял, но не мог, вы понимаете. Я пожертвовал частью сада, у меня болело сердце, я не мог иначе. Но зато есть еще прекрасная фотография для чего? Для того, чтобы учиться. Вот. Вот здесь можно уже и поменьше. Яблони они терпят хорошо. И не обязательно высоченные, как абрикосы, высоченные холмы.